Александр, вот вы когда-нибудь танцевали? Да, мне приходилось. Ну, наверняка это было на каком-нибудь корпоративе, после нескольких бокалов, да еще может быть на столе. Вы преувеличиваете мои возможности. Давайте лучше посмотрим, как это делают профессионалы. Итак, специально для публики сейчас выступает группа «Хореография Аргентина». Это так надоело, хочется уйти. Уйти и вести какую-нибудь более спокойную программу. Вот, к примеру, наши новости. Я буду говорить вам о том, что в Гомельской области произошло сильнейшее землетрясение. Я буду говорить о том, что в Могилевской области бобер научился сидеть на стуле, свесив ноги. Ну а после всего, Александр, вы будете приносить мне кружечку горячего кофе. Извините, технические неполадки. Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите наши новости. И о том, что стало известно к этому часу, мы вам расскажем в ближайшие 10 минут. С главными новостями на сегодня вас познакомит Светлана Новичок. Итак, главная новость дня. Отношения между Беларусью и Россией не изменились. С места событий наш специальный корреспондент Татьяна Волына. Татьяна? Да, Светлана. Какая же главная новость дня? Главная новость такова. Отношения между Беларусью и Россией не изменились. Вообще. Специально из Москвы для Первого канала. Куц Владислав, Матусевич Дмитрий и Рулик Елена, Кучинская Анастасия. Новик Александр, Соколовская Ирина, Пальто Светлана, Мамедов Байран, Корыто Михаил, Кочерга Ольга, Новицкий Алексей, Прыжок Марина, Воробей Александр, Пушков Константин, Сергей Владимир. Авдей Анастасия. Итак, это была главная новость дня. Отношения между Беларусью и Россией не изменились. Вообще. К другим новостям. Национальным собранием было решено, что Виктор Гончаренко станет будущим белорусского спорта, поскольку является амбициозным и спортивным. Виктор Гончаренко принял это со словами «как два пальца об асфальт». Света, Света, эфир! В Могилевской области была проведена спецоперация «Нет Бырлу». С места событий по телефону наш специальный корреспондент Андрей Пухарев. Андрей? Да, алло. Андрей, у меня вот к вам какой вопрос. Откуда у вас этот номер? Андрей, какая-то баба звонит. Видимо, какие-то технические неполадки на линии. А мы продолжаем.
Извините, в Беларуси закончена уборочная. Из последнего поля наш специальный корреспондент Вячеслав Лопата. Да, сейчас я нахожусь на последнем поле. Можно потише? Да, сейчас я нахожусь на последнем поле. По словам главного агронома Василия Деревнова, спочатку было все добро, покуль не приехал мой зятёк со своими сябрами. Але это последнее поле мы смогли переодолеть. Специально для Первого канала Вячеслав Лопата. Да хватит играть! Эфир! Извините, на данный момент это все новости. Сразу после нашего выпуска смотрите передачу «Большая разница» с Иваном Цикало и Александром Ургантом. Ой, извините, с Цикало Ургантом и Александром Иваном. До свидания. Иван, знаете ли вы, что такое золотой граммофон? Это то, что вы носите иногда у себя за спиной, слушая какие-то хрипы. Купите себе уже нормальный, современный плеер. Вы плохо относитесь к антиквариату. Винтажные вещи сейчас в моде. Что вы, Александр, к вам я очень хорошо отношусь. Для того, чтобы напомнить вам, за какой концерт вы получили 100 тысяч долларов в октябре, для наших зрителей исполнят одну из песен, которая удостоена премии. В отличие от вас, человека пенсионного возраста, мне не так много времени, чтобы знать весь наш, всю нашу эстраду. Иногда мне кажется, что слово «язва» произошло от вас, Иван. Оно очень давнее, и его происхождение больше относится к вам. Давайте же посмотрим пародию на балет «Тодес». Money.
плохо. Примерно так я и представлял себе этот коллектив. Иван, скажите, есть ли у вас какая-то особая собственная диета? Александр, вы меня поражаете. Неужели вы решили похудеть? Зачем? Вас же никто никогда не узнает. Удивительный Александр Цыкало, человек три в одном, станет обычным. Не глупите. Вы меня не так поняли, просто это модно, и каждый артист придумывает себе особую диету, и потом всем об этом рассказывает. Да, где-то я такое уже слышал. Это, наверное, когда вы, сидя в гримерной, плакались кому-то из персонала, что диета от Коли Баскова вас полнит. Давайте лучше посмотрим, послушаем эту песню, послушаем песню на эту тему в исполнении группы «Виагра». Александр, я постоянно глумлюсь над вашим возрастом, который до сих пор не могут определить ученые, но вы же стараетесь идти в ногу со временем, хоть и похрамывая. Так все же проявите свою современность. Не зря же люди сюда билет покупали. Ну что же, Иван, вы тогда тоже в этом поучаствуете? Легко. Несмотря даже на свою неуклюжесть. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. И точку в нашей передаче поставит танцевальный коллектив Sweet Dreams. Это была большая разница специально для Гродненского государственного аграрного университета. Пока!